Лимон и курд отлично подходит как для прослаивания тортов, наполнения пирожных, капкейков. Также это отличный вариант для того, чтобы добавлять в крем, либо для приготовления десертов, как самостоятельный десерт. Для приготовления я буду использовать вот такой крупный лимон. Если у вас мелкие лимоны, используйте 2 штуки. Натираю лимон на мелкой терке, чтобы получить цедру. Сильно добела не натирайте лимон, потому что весь аромат лимона, он именно в желтой основе. Белый — это уже горечь. Чтобы сок лучше отжался от лимона, рекомендую его можно немножко погреть, даже в микроволновой печи, ненадолго. Или в горячей воде, подсказывает. Вот так вот. Цедра готова. Лимон разрезаю на 2 половинки. Теперь необходимо сок лимона получить из каждой половинки. Вы можете выжимать вручную, но если есть такая лимоновыжималка, используйте ее. В сотейник с толстым дном добавляю сахар, крахмал, соль и цедру от одного лимона. И перемешиваю сухие ингредиенты венчиком. Добавляю яйцо с желтками. И также просто перемешиваю венчиком. Долго мешать не надо, вот так достаточно. Вливаю сок лимона. И затем включаю медленный огонь. При этом необходимо постоянно помешивать, чтобы курд не пристал к дну сотейника. Если у вас дно сотейника очень толстое, тогда сначала можете поставить на высокий огонь, чтобы сотейник быстрее нагрелся, а затем просто убавить на средний, ниже среднего температуру. Курд начинает активно густеть, то есть по принципу заварного крема, как только он загустеет, вы вот так активно мешаете, 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 и смотрите, у меня уже, видите, густой получается заварной крем. То есть здесь уже крахмал схватился, это говорит то о том, что он уже готов. Вот по нему видно уже. И на этом этапе необходимо добавить масло. Масло сливочное. Масло можете брать прям холодное. Вмешиваю масло в заварную основу. Для охлаждения горячий курд сразу переливаю в тару. И как только он остынет, убираю в холодильник для охлаждения. Также его удобно хранить в герметичной банке с подкрышкой. Сейчас попробую дополнительно и скажу, какой по вкусу он получился. Фактически это тот же самый заварной крем, только с лимонной основой, на лимонном соке. Курд на хлебец — это отличный. Это отличное баловство. Очень вкусно. И явный лимонный, прям очень лимонный вкус. Угу. Прям вот заварной крем, только такой настолько яркий лимонный вкус. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии и делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. Увидимся в следующем видео.